Певец и бывший тренер шоу «Голос страны» Дан Балан в своем последнем клипе показал настоящий фурор. Несколько месяцев назад, после долгого перерыва, артист порадовал сеть долгожданным роликом, в котором вместе с молодой коллегой исполнил оригинальную композицию. Не секрет, что Дан Балан за время участия в шоу «Голос» в роли тренера успел стать любимцем миллионов украинцев. А его флирт с Тиной Король и их сценичный роман обсуждают до сих пор. При этом певец сохранил дружеские отношения после проекта с многими коллегами и участниками. В частности, фанаты напомнили в этот раз о клипе «Дна» на дуэтную песню со своей подопечной. В коротком ролике, который представили фанаты, Дан Балан и Индира Едельбаева танцевали рядом друг с другом, привлекая внимание не только проникновенным исполнением, но и весьма кокетливыми танцами. Чтобы создать такую химию, артистам пришлось хорошо поработать, а Дан даже исполнил свой привычный танец, который так любят фанаты.